Всем привет! Это первая часть серии о самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Кабекс». Более 140 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков демонстрируют на выставке самый большой в России выбор кабеля, проводов, аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования для монтажа и переработки кабеля. Экспертная организация «Проммаштест» оказывает услуги по сертификации предприятиям различных отраслей промышленности уже более 10 лет. Меня зовут Ксения. Наша группа компаний существует на рынке с 96 года. Основным видом деятельности является сертификация и испытания. На данном стенде мы представляем наш испытательный центр «Проммаштест», который находится в Московской области, город Чехов. Данный испытательный центр проводит испытания кабельной продукции. Мы проводим как сертификационные испытания, так и квалификационные испытания. В зависимости от потребности производителей и заказчиков можем провести разные испытания, в том числе на стойкость к температуре, проверить маркировку кабеля. Также у нас в группу компаний входит пожарная испытательная лаборатория и пожарный сертификационный центр. Там также можно провести сертификацию и тестирование кабеля по требованиям пожарной безопасности. Если что, вот как бы наши контакты вы можете посмотреть на нашем официальном сайте prommashtest.ru. Вот там представлено видео нашей лаборатории. На данном видео можно посмотреть испытательные стенды, которые представлены нашей лаборатории. Также можно как бы совершить виртуальную экскурсию по нашей лаборатории. Компания аккредитована Федеральной службой по аккредитации и включена в национальную часть Единого реестра органов по сертификации испытательных лабораторий Таможенного союза. Широкая диверсификация испытаний позволяет выполнять тестирование с оформлением протокола не только для подтверждения соответствия продукции, но и с исследовательскими и научными целями. В данный момент в центре «Проммаштест» проходят испытания объектов машиностроения, автомобильных запасных частей, товаров народного потребления, средств индивидуальной защиты, спортивных объектов и многого другого. Центр проводит испытания продукции на соответствие требованиям более чем 10 технических регламентов. Испытательный центр занимает территорию, равную 4,5 гектар. В трех корпусах расположена химическая лаборатория, испытательная лаборатория, оборудование, с использованием которого определяют соответствие обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза. Группа компаний «Серконс» – один из крупнейших российских представителей рынка в сфере подтверждения соответствия. Группа «Серконс» основана в 1996 году и на сегодняшний день насчитывает более 2500 сотрудников. «Проммаштест» входит в состав группы «Серконс». Компания «Боздемир» является ведущим производителем на рынке благодаря использованию уникальных технологий и многолетнему опыту в области создания многожильных кабелей и проводов. Produce really quality, high quality. Она производит кабель очень хорошего качества. And, strong body structure. Здесь жесткая конструкция станины. And important brand from European. И представлены мировые бренды на каждом узле. And really work like our technical drawing is really important to us. И их разработка, их технические чертежи очень важны. And this one is for small section cables. Это машина для кабелей маленького сечения, небольшого сечения. Standard cable section is from 0.09 to 6 mm square. Сечение, для сечения кабеля эта машина подходит от 0.09 до 6 мм квадратных. Yeah, especially for GIBUS. GIBUS calls like automobile cables or like really small sections. This one is really suitable for this kind of cables. Это, да, машина для небольших кабелей, такие как автомобильные кабели. And that's why we
wanted to present this machine to CAPEX Fair because we knew the CAPEX Fair contains a lot of customers, potential customers from Russian market. Они специально привезли эту машину на выставку CAPEX, потому что здесь очень много потенциальных клиентов. Yeah, as far as we saw, they are really interested in this machine. Да, они очень гордятся этой машиной. Крутильная машина с вращающимся приемным устройством Боздемир обеспечивает высокую скорость производства кабелей с круглым сечением, с секторными и расщепленными жилами с различными комбинациями. Во всем оборудовании Боздемир, где предусмотрены вращающиеся части, для работы которых требуется воздух, используется запатентованный продукт Боздемир Dynamic Air Socket. Это устройство исключает потери во время производства и снижает расходы на техническое обслуживание практически до нуля благодаря длительному сроку службы. Серия машин двойного кручения BODT обеспечивает повышенную безопасность благодаря звукоизолированным защитным клетям. Линии обмотки Боздемир X-Tapper и BOVT совместимы с алюминиевыми и медными проводниками, а также с изолированными кабелями. Эти линии позволяют выполнять обмотку с использованием слюды, крепа, меди, полиэстера, майлара и стали. Компания Руспласт основана в 1999 году. Основными направлениями являются поставка и продажа конструкционных пластиков, каучуков, смол, термоэластопластов и других полимерных материалов напрямую от ведущих мировых производителей. В 2018 году Руспласт открыл свое производство ТЭП и компаундов. Компания Руспласт производит 140 наименований сырья для 28 отраслей промышленности. Продукция Руспласта вызвала большую заинтересованность среди участников выставки. На стенде были предоставлены компаунды для изоляции, заполнения и оболочки для электрических кабелей, волоконно-оптических кабелей, гофрированных защитных труб для кабелей и проводов. Руспласт выпускает две серии биоразлагаемого компаунда. Одним из них является антимикробный биоразлагаемый компаунд BioStar. Компания Болитех – одна из первых компаний на российском рынке, осуществляющая поставки оборудования из Китая для переработчиков пластмасс России и стран СНГ. В настоящее время компания осуществляет поставку всего спектра экструзионного оборудования для производства труб, профилей, листов и других погонажных изделий, специальной экструзионной линии для компаундирования и производства гранулированных композитных материалов. Проектируются и изготавливаются под заказ клиента. Компания Болитех предлагают комплексные решения для литья под давлением для различных сфер. Производство различной упаковки, крышек и колпачков, тонкостенные изделия и контейнеров, фитингов и строительных компонентов, товаров для медицины и деталей бытовой техники. Компания «Партнер ЭлектроНН» основана в 2006 году как торговый дом, специализирующийся на поставках кабельно-проводниковой продукции. Они находятся в Нижегородской области, в городе Дзержинске, на территории индустриального парка «Окополимер», вблизи основных развязок трассы М7 в 450 км от Москвы. В настоящее время под маркой PEN производится провод СИП-4, медный кабель ВВГ. В ближайших планах запуск линии АС-ВВГ. Компания Копас Колин находится в Чехословакии и начала производство электротехнических изделий еще в 1926 году. На сегодняшний день ассортимент товаров, изготавливаемых фирмой Копас Колин, насчитывает более 5000 наименований. Завод расположен в городе Колин, примерно в 60 км к востоку от Праги. Компания производит электромонтажные изделия из пластика и стали. Компания Mr. Cable является официальным дистрибьютором компании, которая производит профессиональные кабели и разъемы для аудио, видео и светотехнического оборудования. Mr. Cable предлагает также оперативное производство соединительных кабелей от простых решений до сложных сценических мультикоров.
Технопарк ЮГМЕТ – это современный инфраструктурный комплекс, размещающий на одной площадке производственные цеха, складские помещения, логистический центр и офисные помещения. На сегодняшний день резидентами технопарка являются более 10 компаний металлургической и ломоперерабатывающей отрасли. Находится в городе Аксай Ростовской области. Акционерное общество «Химкор» является крупнейшим производителем трубной продукции из НПВХ для систем напорного водоснабжения, для наружных и внутренних систем канализации, а также обсадных труб с резьбой для обустройства водозаборных и технологических скважин. Рыбинский кабельный завод – ведущее предприятие кабельной промышленности. Завод основан в 1949 году для обеспечения потребностей автотракторной отрасли. В 1989 году на промышленной площадке завода было создано совместное российско-австрийское предприятие «Волмак» по выпуску эмалированных проводов. В 2011 году предприятием были освоены новые марки кабелей с изоляцией из кремниево-органической резины, в том числе кабели огнестойкие для систем противопожарной защиты. В 2013 году предприятием был освоен целый ряд изделий с низкой токсичностью продуктов горения – кабели контрольные, кабели для систем охраны и пожарной сигнализации. Номенклатурный ряд завода постоянно расширяется и на сегодняшний день насчитывает более 40 тысяч марок размеров. Продукция Рыбинского кабельного завода используется при строительстве олимпийских объектов в Сочи, метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга, в ракетоносителях «Союз», «Протон», космическом корабле «Прогресс», танках Т-90, радиолокационных системах ПВО России, многом другом. Рыбинск кабель входит в состав ассоциации Интерэлектромаш и Интеркабель. Тесно сотрудничает с Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности. В 2005 году запущено новое для предприятия производство обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией. Освоена технология бронирования кабелей стальными лентами. В июне 2006 года на предприятии состоялся официальный запуск новых линий по производству кабелей с сечением до 120 мм в квадрате, включительно с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ-пластиката, с покровами из ПВХ-пластиката, галогенсодержащих композиций и ПНД. В 60-е годы на заводе был открыт филиал машиностроительного техникума по профилю производства кабелей и проводов. В 2015 году Рыбинск кабель подтвердил качество своей продукции, став победителем в номинации «Новинка года» с проводом реакторным марки ПАРТ, на который выдан патент. Качество продукции «Рыбинск кабель» подтверждено морским и речным регистрами судоходства, лицензией Ростехнадзора, сертификатом военного регистра на приемку продукции для оборонных нужд. ООО «Торговый дом Ункомтех», АО «Иркутскабель», АО «Кирскабель», АО «Управляющая компания Ункомтех» образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции. «Иркутскабель», «Кирскабель» – крупнейшие российские предприятия, выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. В настоящее время на заводах производится свыше 10 тысяч маркоразмеров кабелей различного назначения. 14 апреля 2016 года в Московском научно-исследовательском институте кабельной промышленности НП Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация «Честная позиция», Алюминиевая ассоциация России, то есть объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия и ведущие представители российской кабельной промышленности подписали совместное заявление, направленное на противодействие распространению некачественной кабельно-проводниковой продукции. Данная инициатива получила широкий резонанс среди ведущих представителей кабельной отрасли и крупнейших дистрибьюторов. Торговый дом «Ункомтех», одним из первых кабельных поставщиков, подписала совместное заявление об этике работы на кабельном рынке и является активным участником проекта «Кабель без опасности». Предприятие АО
Иркутскабель было спроектировано и строилось как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий – неизолированных алюминиевых и сталиалюминиевых проводов для воздушных линий электропередач и силовых кабелей исключительно с алюминиевыми жилами. Датой основания АО «Кирскабель» считается 1729 год, когда на берегу реки Кирс хлыновским купцом Григорием Вяземским было основано чугунолитейное производство. АО «Кирскабель» – единственный российский завод, начавший выпуск специальных высокотемпературных проводов. АО «Кирскабель» впервые для России начал производство кабелей напряжением на 550 кВт. Техгель. Торговый дом российской научно-производственной компании «Лаборатория Биоритм». В арсенале предприятия высококвалифицированные специалисты, современное технологичное оборудование, собственная аккредитованная лаборатория, более чем 25-летний опыт научной работы. Все это позволило создать линейку качественных и недорогих смазок для прокладки кабеля, проводов, соединения сантехнических труб и фитингов. АО ВНИИ ХТ осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих целью создания рентабельных, высокоэффективных и экологически безопасных технологий получения и производства урана, ядерно чистых и редких металлов – лития, бериллия, циркония, гафния, тантала – от переработки сырья до получения конечной товарной продукции. Технологии института стали основой более 20 крупнейших гидрометаллургических комбинатов России и ряд зарубежных стран. Институтом открыто 7 минералов, получено более 40 высших государственных наград, более 3600 разработок внедрено в производство.